Всем привет, уважаемые подписчики моего канала. С вами Задрот 100 левела. Я продолжаю проходить игру Call of Duty Modern Warfare 3. Поехали! Хотел сказать, полетели. Штаб, на линии человек с информацией о химических атаках. Хочет говорить с вами. Назовите себя. Мак, это Джон. За эту неделю на монументе появилось много новых имен, приятель. Это был Макар. Ублюдок ускользнул из моих рук в Сьерра-Леоне. Что известно Ми-6? Джон, ты во всех черных списках. Я не смогу пробить тебе разрешение. Не надо мне этого. За тобой должок еще с Припяти. Пора возвращать. Полегче, сынок. Хорошо. Мы отследили перемещение судна с грузом. Так, это мы видели. Паравы, пока не песчаная буря быстро приближается. Другого шанса не будет. Команда Браво, заходите в ворота. Николай, обработай их там. Где ты пошли? Прямо по курсу цели. Огонь! Огонь! Оп. Прайс. Юрий, управление на тебе. Открывай огонь. Хорошая работа. Технику уничтожена. Так, давайте еще разочек. А, нельзя. Нам нужен заградительный огонь. Так. Пулеметы нас просто на куски рвут! Прайс, дистанционное управление работает! Николай, готовься к эвакуации. Команда «Эхо» готова. Враг впереди! Вас понял. Предположительно, варабы. Второй этаж. Один, займите позицию. Я прикрою фланг. На втором этаже на подходе много врагов. Ой, сори, брат. Открывай дверь. Противогазы.
отдам. Нашего связного звали Волк. С Макаровым мы не встречались. Париж! Он занимался поставкой в Париж! Николай, барабан раскололся. Мы получили, что хотели. Готовы к отходу. Почти на месте. На площадке вроде чисто, но буря быстро приближается. Видим. Будем через 20 секунд. Ничего себе буря. Думаешь, Варабий не врал насчет Волка? Он говорил... А где? Куда нам топать? Куда нам? Прайс, давай, иди. Блин, я дал проскочу, или меня прикроют, но эти дебилы тупоголов. Какая-то гнида меня сзади завалила. Вот слышу. Слишком жарко! Не могу приземлиться! Юрий, бери управление дверью и убегай!
Упс. Блин. Не вижу ничего. Это вертолет Николая! Команду Эхо прижали. Идем скорее. Команда Эхо, мы приближаемся к вам с юга. Вас понял. Юрий с нами. Если волк в Париже, как мы туда попадем посреди, блин, войны? Мы не можем. Но я знаю, кто может. Пожалуйста, представьтесь. Вот доступа Черный Викинг. Соедините меня с объектом Металл 01. Брайс, спасибо за помощь с Кингфишем. Вам стоит знать, что дядя Сэм приказал брать вас живым или мертвым. Пусть очередь займут. Волк, поставщик взрывчатки Макарову, сейчас в Париже. Мы должны торопиться, пока он не удрал. Я говорю это только тебе. Вызываю всех. Это Ромео 595. Требую выслать отряды для дегазации и медицинской эвакуации. 595, на связи, Оверлорд. Никак нет, все американские войска в Париже ведут бои. Отберите гражданских и двигайтесь вместе с командой с наветренной стороны шлейфа. Зона все еще заражена после химической атаки. Маски не снимай. Так, мы уже в пути. Ясно. Встречу вас в зоне высадки через час. Удачи. Металл 01. Войска Гигн окружены в ресторане Пандор. Немедленно отправляйтесь туда. Это наш единственный шанс найти Макарова. Оки-доки. Так, а как нам? 5-9-5. Похоже, им просто досталось. Сплошная серия в отряде. Сегодня салаг уже нет! Сначала упасть нельзя было, а теперь можно. Прикольно. Ясно. Встречу вас в зоне высадки через час. Удачи! Так. Металл 01. Войска Гимн окружены в ресторане Пандор. Немедленно отправляйтесь туда. Это наш единственный шанс найти Макарова. Оки-доки! Пистолетик. 5-9-5. Похоже, им крепко досталось. Сплошная серия в отряде. Сегодня салаг уже нет! Сантмен. Поторопитесь, если хотите успеть. Соедини меня с ними. Это Сейбер. Ладно еще. Готовность 3 минуты. Главное, следите за периметром. Мы почти на месте. Пожалуйста, поторопитесь. Противник. Идем в открытую. Вниз по лестнице. Сюда, живо. Я тут. Я до конца, ребята. Я думал, где мои, где они? А они уже тут, оказывается. Видеть.
Гранаты. Блин, боже, сколько здесь всего-то. Так, дальше. Угу. Начальник, к нам пришли плохие парни. Копии! Там русских, как в Москве! Нам потребуется воздушная поддержка! Вальхаль, это Металл 01! Запрашиваю от поддержку! Прием! Принято, Металл 01. Работаю на высоте 3500 метров. Полная загрузка. Отметьте свои цели. Да блин, не туда. Хватит стрелять в меня. Все чисто! Вот прямо по курсу. Металл 01, у меня топливо на исходе. Требуется 10 минут на заправку и перезарядку. Отбой. Вас понял! Спасибо за помощь, Вархаммер! Вот он, вход в катакомбы! Снимайте противогазы, но будьте начеку. Нам нужна максимальная маскировка, только один фонарик. Вас понял. За мной, не расходитесь. Металл 01, ваша позиция установлена при помощи устройства отслеживания союзных войск. Мы в катакомбах, движемся к предполагаемому расположению цели. Принято, 01. К вам направляется отряд быстрого реагирования. Обозначьте маршрут фаерами, чтобы помочь им найти вас.
01 принял, отбой. Все чисто. Вперед. Воняет просто чудовищно. Ну, зачем противогазы снимать, я не понимаю. Волка необходимо взять живым. Окей. Ну просто по... Как думаешь, много тут внизу похоронено? По ножкам-то можно пострелять. По ногам-то стрельнуть можно, наверное. Ну по ногам-то человек, что, он сразу умирает, что ли? Это тупо. Так, вспышка и прячемся, попробуем. Или это не работает? Оп. Нет, это меня сразу спавнит здесь. Где он? А, он вверх. Да ёб твою мать. Болт садится в серый седан! Прыгай в синий фургон, живо! Вперед, я прикрою! А чем мне его убивать? Yeah.
прыгай, давай. На. Машина подбита, выходим. Быстро, быстро, захват. На, на. Это металл 01. Приз наш, мы взяли волка. Так ведь, сукин ты сын. Ведите его на допрос. Мы вытрясем из него все, что он знает про Макарова. Крас, мы взяли волка. Мы уже в пути. Молодцы. Принято, Раптор 2 отправляется. На связи президент и Совет национальной безопасности. Президент? Генерал! А вот и наше такси! Бери волка, идем! Пошел! Пошел! Бери руки, хозяин! Пошел! Идем, идем, давай! Лол, случайно попал. Так, еще одна. Стрелять по задним разрешения не было. Оверлорд, видим стрелку.
Я еще немного постреляю. Отметил. В смысле? Блин, а как? Блять, а когда нет движения? Еще есть где? Готово.
А кого покрыть-то? Типа вот этих типов. Ой, сори. Красный дым на площадке! Разведись с теми к северу от этого места! Просто сбить цель дымом! На меня дым не дропнули. А, вот все. Может, с РПГ жахнет. Граната. Ну чё, всё? Выполнено. На нас прям жахнет. А, нет. Я уже на борту, пацаны. Вы чё? Он заговорил? Куда он денется? У нас есть имена, даты, места. Волк сдал нам все, даже фрегату. Кажется, чутье вас не подвело, капитан. Похоже, у Макарова появились друзья. Через 6 часов у него назначена встреча с главными советниками. Место гостиницы «Люстик» в центре Праги. Добро пожаловать в Прагу, господа. Повстанцы ждут нас в полукилометре к северу отсюда. Давай уже с этим тихо, парни. Укрываемся за лодками.
сила. Разведчики ошиблись. Ты говорил, что тут будет чисто. Уверен, вам все было по плечу. Ты знаешь, чего нам стоило тебя сюда дотащить? Выбегайте сюда. Они согреются вместо сбора. А прайса еще нету, что ли, с нами? Давай сюда. Я случайно. Сорян. Я хотел ножом что-то работать. А у меня он случайно этот флешку закинул. Ну давай, открывай двери. Не высовывайся, их слишком много. Вот так ножом на Е, окей. На русскую У. Ты долго будешь ползти? Тут уже никого нет вроде. Готовься. К
Чему встань хотя бы? А почему они нас видят-то? Блять, я херей с этой игры тупорылый. Куда, где? Я вообще хз. Так они просто лежат. Нифига себе, это так работает, оказывается. Бегу. Куда? Так, это свои? Да блин, пройди ты. А, это свои тоже, нихера себе тут вас. Жахнуло, один удар и всех положил. Да сколько там гранат у вас? И как будем валить его? Есть информация. Погоди, надо еще
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фига там. Быстрее. А, все, я понял приколюху. Типа по скрипту все работает. Если тебя запалили, потому что бред полнейший. Куда нам это здание? На этом мы закончим на сегодня эту серию. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем пока.